не дай бог. Он же не вирус, не бог. Я хочу на выборку, давай. Он не держит. Давай, 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 давай
ставили? Что там у вас? Проверьте, переключайте. Там, может, на фото включили, нет? А? Может, на фото включен, нет? Ну, посмотрите, пожалуйста. Как мяч идет? То я администратор. Я понял. Карты положили переключателя записи. Переключатель записи. Что-то. Она не записывает, запускаешь. Не идет вот отчет, по нулям стоит и все. Вот, проверьте на карте. Сейчас перерывем разберемся. Сейчас просто отвлечься. Субтитры сделал DimaTorzok.
искусственное освещение, когда желтое. Экран снимаю, сейчас снимаю, более-менее зеленое, она желтая. Ну, как у судьи мои, какого вот цвета? Я говорю, темноватый цвет такой. Цвет. Надо инструкцию со мной разить. Это матчасть надо знать. Нет, не освещенность, а это баланс белого надо выставлять. Да? На автомат ставишь, она держит. Вот это держит. Ну я у всех смотрел такой темненький экран, а у меня вообще. Thank you.
Какой счет, блин? Как раз
Что-то
Спасибо.
пусть не уходит, я тут убрать буду, сейчас не уйдет. Не надо, пусть ходит, гарантий. Thank you.
Тут на лоптоп карту сухую не зарешал судьи, блядь, за пример. Даня, туда иди, не зарешал, туда иди. Вот именно поэтому, потому что мы смотрим футбол разный, вообще футбол у нас разный, поэтому никогда не будет. Не зарешал, нет, подожди, сухой, не зарешал. Нет, ты, я не спрошу, нет, подожди. Я карту открыл, ставил, вроде как. А что тут? Чтобы отломался ключик. Да нет, вроде. Да потом давайте я подержу. Тоже же такой же цвет, как у меня. Тоже. Я у двух я смотрел, такой вообще просто.